приветище! Это плохой парень, и мы находимся в школе, и ты уже догадываешься, что мы будем сегодня творить. В прошлой серии я прикупил вот этот костюм, костюм из будущего. А также я попросил вас проголосовать, какой костюм вам больше всего нравится, и больше всего голосов ушло за рыцарский костюм. Прикиньте, за рыцарский костюм придется его купить. Нужно будет всего лишь 120 баксов накопить, и потом пойти его купить. Но сейчас у нас есть миссия от наших плохишей. Это найти училку по математике, достать наш лук. Нет, лук я пока не буду доставать, иначе меня тут сразу же повяжут. Так, учительская комната. Училка у нас вот тут вот. Вот она. Училка по математике тут сидит. Вот такая вот она. О, розовенькие очищи, вот это нагламурненькая. Нет, короче, в учительской мы не будем разносить ничего. Пожалуй, я вон ту училку математики накажу. Опа, выпрыгиваем. Выход есть! Вот она, училка по математике номер 2. Привет. Она хочет меня наказать. Нет! Ты меня не схватишь. Валим, валим. Так, джетпак. Быстрее! Ух! Она даже, смотри, указку достала. Она хотела меня шлепать указкой. Офиг... Блин, а, это не указка, это моя стрела торчала из ее плеча. И она меня поймала. Твою ж налево. Но главное, что миссия выполнена. И бежим. И смотри, вот она ходит. Д'Артаньян. Так, прежде чем мы будем брать квест у пацанов, плохишей пацанов, пойдем пошаримся по домам. Найдем бабочки. Нужно прикупить костюм рыцаря, по-любому. Этого же так все жаждали. Бабки, бабочки. Наверное, я здесь уже все пособирал давным-давно. Пойдем поднимемся на второй ярус. О, видел. Смотри, я в трусах. У меня трусы в сердечке, как у директора. Ты это видел? Подожди, как ты так сделал? Вон, смотри. Обалдеть. Трусы сердечками. Ну, по крайней мере, похоже на то, да? Не, на самом деле это трусы с красными космическими кораблями. Тебе показалось, что там сердечки? Забавно. Вот это я, конечно, не ожидал. Я могу здесь окно разбить? Нет, оно тут открыто. Ох, а и тут тоже открыто. Ну что ты будешь делать? Я знаю, где есть бабло. Нам нужно долететь вот до этой водяной башни. И тут должно... Вот оно бабло. Смотри, сколько его тут. Дело в том, что я уже тут был, я в курсе. Помнишь, в прошлой серии я сюда директора привозил, наказывал его. Короче, мне остались сущие копейки, совсем немного, совсем чуть-чуть. И мы сейчас, знаешь что? Мы эти карманные деньги выбьем у футболистов. У них же дофига бабла, они типа зарабатывают, они же спортсмены так. Чем бы тебя наказать? Бейсбольная бита где она? Вот она у меня бита. Никто не видит. Сейчас я забью гол тобой. Го! Не, прикинь, попал об штангу. Не вставайте, нельзя. Что такое? Почему ты в ворота не летишь, а? Офигеть, как он отскакивает. Ты чё, бракованный, что ли? О, спасибо за бабло. Все, 124 доллара, отлично. Теперь нужно дождаться окончания школьного дня и идти в магаз. А для этого нам нужно выполнить задание. Ну чё, бандюганы, какое следующее мое задание? Вызвать пожарников и погрузить их тачку в океан? По-моему, у нас уже такое было, не? Ладно, не вопрос. Ну точно было это задание, когда я был в форме Халка, я еще в форме Халка скинулся вместе с пожарной машиной. Странно. Походу, что все самые интересные миссии я уже выполнил. Они сейчас будут повторяться. Сейчас мы прямо на нее, на крышу залетим. Оу, нифига. Меня сбило знатно. Эй, пожарник! Первую помощь мне окажи. Ага, конечно, ему пожар потушить. Так, значит, крадем тачку. Все, поехали. Вон там вот ее можно сбросить. Так, вот. И выпрыгиваем. Не получается выпрыгнуть. Но, тем не менее, мы сбросили тачку. Шикарно, вылазим с нее. О-о-о, спокойненько. Я же теперь не в форме Халка. Чуть не утопился, блин. Гляди на этот дом. Вроде бы с виду обычный дом. Заходим в него. Но у него есть подвал. Ты прикинь, открытый подвал. Спускаемся сюда. Вот тут вот что-то обоссанное, не знаю, трава какая-то растет. И мы падаем здесь, проваливаемся сквозь землю. Здесь, короче, что-то какие-то проблемы с текстурами. Итак, о, бабло. Бабло валяется. Надо это все собрать. Забираем. Ништяк и богат. Крутотенечка. Кстати, смотри, а вон там вот что за черный квадрат. Что это такое? Полетели-ка посмотрим. Что же за квадрат здесь? И пацаны на нем стоят. Парни, что это у вас тут такое? Просто черный квадрат с кусочками травы, что ли? Ну да, вон смотри, кусочек травы.
Ага. Я застрял, пацаны. Я не могу пробить своей башкой текстуры. Так, ладно, походу нам надо откинуться. Пацаны, давайте без повторений, а? Дайте мне какой-нибудь новый квест. Поездка в школу на лошади. Было уже такое. Походу у моих бандюканов закончились креативные идеи, как еще можно пошалить в школе. Придется брать все в свои руки. Так, лошадка, привет. Помнишь, мы с тобой... А, нет, мы не с тобой катались. Мы катались вот на этой лошади. Ладно, пускай она отдыхает. А я покатаюсь на этой. Йо-хо-хо! Ведьмак в отпуске. Давай, плотва. Скачи, как ветер. Кого-нибудь сбить тут? Нет, сбить, конечно, не получится. Въезжаем в школу. Эй-эй! Д'Артаньян и д'Артаньесы! Хо-хо! Так, ладно, все. Никому не интересно, поэтому я отсюда ускакиваю. Ускакиваю. Уезжаю, улепетываю. Пацаны, вот вам конь. Делайте с ним что хотите. Что дальше? Пульнуть 5 людьми, используя гравити-пушку. Вообще без бы. Так. Гравити-пушка, гравити-пухляш. Эй, чувак, ты будешь сейчас гравити-пухляшом. Пинг. Па-бах! Вау, 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 вот это полет. Мощно было. Надеюсь, он не прибежит, не наваляет мне. По крайней мере, не захочет этого сделать. Вот он. Ты видел, как я его примагнитил? Он как будто сидел на невидимом толчке. Пойду-ка еще поэкспериментируем, смотри. Вот он сидит. И мы такие... Опа! Невидимый толчок. И ты отправляешься в космос. Эй, забавно. Прикольно. Мне это так нравится. Оу! Так, ты что, самый крутой думаешь, да? Крутой! В окно влетел, он окно разбил! Валим, 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 валим. Забавно, очень забавно. Пацаны, что? О, раскатать катком 5 чуваков. Вообще без Б. К сожалению, миссии стали повторяться. На 8-й день. Это печально. Я бы даже сказал, что это прискорбно. Но, тем не менее, мы сейчас купим рыцарский костюм. И все у нас будет пучком. Ой, училку по математике раздавил. Господи. Все, mission complete. Вылазим. Вау, как тебя шмантыляет. Congratulations. День 8 закончен. Мы выходим в меню и идем покупать рыцарский костюм. Костюмчик, костюмчик. Рыцарский костюм. О, да. Покупаем. Ништяк, теперь я рыцарь. День 9. Рыцарь в здании. Чего? Освободить куриц. У меня сразу же задание освободить куриц. Мы это сделаем сейчас. Пацаны, тут викинг вам... Какой викинг? Рыцарь к вам прибежал. У меня даже нет меча, ни топора, ничего. Эй, слышь, ботан. Ты рыцаря видел когда-нибудь? Он с поединка сбежал. Ты чё с поединка сбежал, а? Я тебя на рыцарский поединок вызвал. Э, щусель-пусель. Чё, кого, иди сюда. Кстати, интересно, меня смогут ли поймать в рыцарском костюме? Эй, чувак, здорово, как дела? На тебе, на тебе, на! Ушатываем его! Ты не сможешь меня схватить! Шатаем, шатаем, шатаем! Нет, он меня схватил, ты посмотри, а! Даже в рыцарском костюме! Капец, mission failed. О, погоди, а какие у меня трусы? Надо посмотреть, какие у меня трусы. У меня нет трусов? Серьезно? В этом костюме нет трусов? Это как так? Подожди. Так, так, так. Прикинь, у меня нет ног в этом костюме! И трусов. Серьезно? Так, так, так. О, я вижу свои внутренности. Обалдеть, реально, у меня нет трусов. У меня ноги переходят в рыцарские штанцы. Панталоны. Капец. До чего мир докатился? Ну ты смотри, реально трусов нет. Ну ладно, зато прохладненько. Выходим через окно, как настоящий рыцарь. И сейчас мы будем совершать рыцарские поступки и получать репу от здешней... как это называется? Аристократии. О, как это называется. От здешней аристократии. Рыцарь на джетпаке. Кстати, подожди. Я хочу посмотреть, что будет с доспехами, если я превращусь в Халка. Доспехи разнесет или... Они просто снимутся с меня и... Халк будет в труханах. Сейчас это проверим. Так, бутылечек. Растем, растем, растем. Костюм пока на мне. И... Появился рюкзак, я позеленел, стал здоровым, а самого рыцарского костюма как бы и нет. Понятно. Походу, быть всегда Халку в шортиках и с рюкзаком. Ладненько, пойдем освобождать куриц. Нужно защищать права куриц вообще, в принципе. Я же типа толерантный школьник, поэтому вот, толерантность сняла.
Цыпа-цыпа-цыпа-дрыпа. Так, цыпляточки, можно кого-нибудь взять? Эх, сейчас бы курочку гриль скавать. Да ладно, я не за этим сюда пришел. Курицы, вы теперь свободны. Бегите, бегите куда хотите. Халк-освободитель куриц. О, я ж теперь могу спокойненько в таких размерах записаться на футбольный клуб. Пацаны, я ваш новый футбольный вышибала. Он отошел, отмечает, а мой мяч. Гол! Видали? Видали, пацаны, как я умею? Давай-ка мячик свистнем. Ну чё, кто кого? Кто хочет на мяч? Фу, блин, на мяч. Кто хочет сесть на мяч? Сейчас я это устрою. Мячик свистнул. Вы чё, обалдели, что ли, такой толпой? Я вас сейчас раскидаю, вот так вот, нафиг. Как семечки, сейчас щелкаю вас. Понятно? Так, ну нафиг. Походу, я пойду отсюда. А то что-то ребята обозлились. Хотя нет, вот этот просто стоит и что-то думает. Походу, зря я на него полез. Вот ты правильно думаешь, лети отсюда. Смотри, пацан куда-то бежит. А, бежит он, потому что курицы заклювали его. Точно, я ж курицы освободил. Девчонка, я тебя спасу! Ой, ой, кажется, я что-то не то сделал. У тебя бабки-то есть? Она откинулась и бабло где-то оставила. Где бабки? Наверное, у нее не было карманных расходов. Вот черт. Все, я снова рыцарь. Рыцарь-спаситель каталог. Йогу, поехали, парниш, поехали. Дорогу. Так, тут курица еще. Интересно, я курицу смогу задать? Курица забежала. Нет, она не забежала, она исчезла. А, нет, вон она, смотри, гоняет школьницу. Жалко, она училку не гоняет. Вон курица тоже в углу застряла. Блин, было бы прикольно, если бы курицы учителей загоняли. Тут уже все, курицы такие, знаешь, это как... Это наш дом, и мы его держим. И зашли в такие куриные бандюганы. Посиди вот тут у фонтанчика, развейся. Что-то как-то криво его поставил, но ничего. Так, давайте еще одно задание, парни. Утопить школьный автобус в озере. Ну, тоже уже задание было. Так, джетпакер. Полетели! Вот оно, наше озеро. Топим, значит, школьный автобус, отличненько. Оу! Блин, костюм этот рыцарский тяжеленький. Видал, как я об днище ударил с этого озера. Че там дальше, пацаны? Скинуть ботаника в бассейн. Вообще легко. У нас тут куча ботаников. Вот он. Можно я вас возьму? Вы же не против? Пойдемте со мной. Смотри, тут еще один ботаник идет. Мне вот этот больше нравится. Так, иди отдохни. Вот этого я возьму. Пошли со мной. Наконец-то ты помоешься. Иди искупнись. Да блин, вот этот чувак в ластах мне помешал исполнить мою гадкую миссию. Так, ну ладно. Как обычно, ботаник сам спрыгнул в воду. Нет, мы это исправим сейчас. Давай, лети. Есть! Ну чё, пацаны, последняя миссия на сегодня, давайте. Соберите свои мозги в кулак. Выдайте что-нибудь эдакое крутое. Выиграть бой против атлета. Так, атлеты, это кто у нас? Это, по-моему, баскетболисты, да? Врываемся в спортзал. Я хотел сказать, бабки тут на полу валяются, никому не нужны. Конечно, я заберу. Чё мне, чё? Чё, мне не лишний будет. Так, пацаны, ой, тут бабло лежит. А, это, наверное, курицы тут постарались для меня. Спасибо им. Ну чё, атлет, давай, бой. Бой. Рукопашный бой. Чё, кто кого? Он даже меня ни разу не ударил. Не опускай руки, всегда держи у лица. Опа, один раз ударил. Нифига себе. Ты Нео. Ты избранный. Всё, его забрала матрица. Пацаны, чё за дела? Я думал, это была последняя миссия. Чё вы там мне ещё придумали? Сжечь контроку по математике в доме училки. Так, где этот дом? А, вон, стрелочка. Горит. Сейчас все будет. И, между прочим, это единственный дом, который на районе обустроен. Тут есть мебель. Это, конечно, очень странно. Но, в принципе, что странно? Училки по математике очень здорово зарабатывают. И они могут себе позволить. Так. Поджигаем, значит, вот эти вот записочки. Контрошечки. Че, все, я поджег? Я поджег? Нет, что-то не горит, прикинь. Контроха не горит. Как так-то? Что за дела? Я не понял. Может, сейф поджечь? У меня здесь баллончик закончится. Газ зажигалки закончится. О, наконец-то, загорелось. Отлично. Congratulation. День 9 закончился. Так, давай начнем новый день, посмотрим, что будет в 10-м. Просто дико интересно посмотреть. Если сейчас также будут повторяться задания, то... Да, освободить куриц. Снова же с этого задания начался день. Короче, пошел день сурка. Все одно и то же.
Ну что ж, я считаю, что это финал игры на данный момент. Ждем обновы, хотя я в это очень-очень-очень сильно сомневаюсь, что обновят эту игруху. Но она прикольная, она крутая. Но тем не менее, мы прошли ее. А, подожди. Давай под конец, под финалем мы с тобой такую черту подведем, как говорится в этой игре. И знаешь, что мы сейчас с тобой сделаем? Мы затопим нашу школу. Вот он наш тотем-призыватель дождя. Призываем дождик. Вот, отлично. Выходим. Аллилуйя, дождь пошел. Дождь плодородия. О, вот смотри, как нас топит. Ё-моё. Ё-моё. Вот это поток. Ну вот, собственно, и мы выполнили свою миссию. Мы затопили все к чертям. Теперь можно со спокойной душой заканчивать с этой игрой. Поэтому, если тебе нравилась эта игруха, то с тебя лайк, подписочка, если ты еще не подписан. А на этом все. Пока. Увидимся в новой игрухе.